Всем привет. По поводу спутников. Вот смотрите, 32-20 в использовании, 4 метра в погрешность. А здесь у нас 85 нашел, 52, 8 метров погрешности. Это Huawei 60 Pro телефон. 8 погрешности метров. Здесь вот. Сейчас 10 метров погрешности. 8. 20, в основном 30 обнаруженных. Здесь 87-40 в использовании. Здесь стабильно 8. Здесь погрешность 10 метров. Едем мы 25 километров. Но ты не ощущаешь вот этой вот погрешности. Я по навигатору катался очень, очень прилично, очень хорошо. По минусам по машине хотел поговорить. Вы когда машину покупаете на летней резине, выкидываете ее сразу. Летнюю резину заводскую, не расстраивайтесь. Потому что я, когда купил машину, я тут же переобулся на зимку и подумал, что это просто гудели подшипники. Оказывается, это гудела так резина. Вот мы сейчас едем, она вот гудит. Гудит просто страшно. Вот я покупал, помню, резину, там было 75 дБ зимняя. Так она тише, тише. Тут, наверное, 80 дБ шумности резины. Это просто ужас какой-то. Просто ужас. Вот 8 метров погрешность, 9 метров погрешность. Скорость 42 уже. Здесь вот какая погрешность. Вот как ловит. Как бы резину выкидывайте сразу заводскую. Ставьте тихую какую-нибудь китайскую. В Телеграме я ссылку оставлю. Там есть, у меня хорошую резину нашел. 69 дБ и недорого стоит. Всего там в районе 5500 что ли за колесо на эту машину. Там 205, 55 на 17. Я про 17-е диски говорю. Я не знаю, что там они ставят на 16-е, на 15-е штампы. Вот именно конкретно за эту резину все жалуются. Очень плохая. Шумоизоляция в машине хорошая. Мне нравится. Дискомфорт я испытываю по трассе на резине 75 дБ после 120. И то это когда ты в полной тишине едешь без музыки. Тогда ты дискомфорт испытываешь. Когда музыку включаешь, как бы дискомфорта нет после 120. 90, 120, ты едешь, тебе комфортно. Больше 120, вот прям 100, 125 уже дискомфорт на уши. И как бы шум, ветра не слышно, но слышно очень шум колес после 120. Но это на зимней резине я проверял. Вот летнюю резину хорошую я чуть попозже поставлю. Вот, и скажу свой отзыв, кстати, вот которую порекомендую. Еще я не ставил. Вот. А так, доволен. Доволен, очень доволен машинкой. 150 это 3500 обороты. 90, когда едешь, это 1900 оборотов, 2000 оборотов, когда ты едешь... 3000 оборотов это 130 километров. По-моему, 120 или 110 это 2500 что ли оборотов. Когда едешь после 150 и у тебя сзади чемоданы и двое-трое людей, машина получается зад приопущен. Тебе под машину воздух залетает, и машина начинает качаться после 150. Это прямо чувствуется. Если завышаете машину, ставьте проставки спереди и сзади, чтобы не было такое на трассе, чтобы она у вас плавала. Вот, обязательно. Я понимаю, там зад приподнят и так. Но вот я ехал, когда в
впереди двое были, то есть я и пассажир. 150, как бы, по платке, по ровной дороге идеально. Она просто идет как утюг. Как только сзади трое садятся, чемодан, ну все, ее начинает после 150 болтать. До 150 она хорошо разгоняется, после 150 она ей уже это такая, ну не хочет уже ехать. Ну что, 1.5, что вы хотели, двигатель, шестиступка. Все, всем спасибо, всем пока. Сейчас еще раз посмотрим. Так, ну здесь 8 метров погрешности, 46 в использовании, 50, 57, 90 найденных. Здесь 10 метров погрешности, 19 найдено, 31 в поле зрения, 18 используется.